Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня у нас будут пранки. О, Андрей, а что это такое? Давай я тебе покажу. Замри на секундочку. Пранк называется «Антенна для мультиков». Лучше я прилягу, а то долго ждать. Малыш, ну вот, все уже готово. Что готово? О чем ты говоришь? Ребята, малыш, как всегда, ничего не понял. От тебя объяснений сегодня не дождешься. Прости меня. Можешь пока умыться. Ну ладно. Что? Что это такое? Что ко мне прилипло? Это антенна для мультиков. Антенна? Антенна для мультиков? Нет, я не хочу смотреть мультики, я уже большой кот. Малыш, не волнуйся, мультики в твою голову не проберутся. Тем более ты и так их смотришь. Это не я, откуда ты знаешь? Я вчера сам видел. Ты только не говори никому, хорошо? Хорошо, я никому не скажу. Но что же мне с этой антенной делать? Как ее убрать? Она тебе идет. Что, правда? По-моему, смотрится очень даже симпатично. Ой, да спасибо, Пеп засмущал меня. Классная все-таки эта антенка. Давай помогу отцепить ее. Стой, подожди, Андрей, я отцепляю. Мне пока... Нет, ничего там мне не мешает. Убери руки, пожалуйста. Она очень функциональная и вообще супер милая. Это же пранк. Ее нужно снять. Смотри, малыш, это обычная бумажка. Отдай мне ее обратно. Это моя супер модная антенна. Я с ее помощью буду смотреть мультики в 3 часа ночи. Это обычная бумажка, а мультики так поздно смотреть нельзя. Все равно отдай. Слишком я попадаю в ваши пранки. Малыш, у тебя спина белая. Что? Блин, опять попался. О, разыграй бурку с помощью этой антенны. Ну, пожалуйста. Малыш рассказал мне про антенну. Да, вот она, держи. И что она делает? С помощью ее ты можешь ловить и смотреть каналы с мультиками. И что, я могу смотреть Ник Джуниор? Да, Мурка, походи немного по комнате и попытайся споймать сигнал. Пока не получается. Может мне залезть повыше? Мне в этом углу будет лучше ловить. Как думаешь, Андрей? Думаю, надо попробовать все варианты. Хорошо, продолжаю поиск сигнала. Так, стоп, Андрей, я захотела проверить сигнал в этом углу комнаты. Тут ничего нет. Не понимаю, что это ты такое придумал? Конечно, смотреть постоянно мультики это очень заманчиво, но очень странно. Я все поняла, ты надо мной подшутил. Знаешь что, если будешь в следующий раз шутить, то не забудь взять колбаску. Хорошо, Морочка, обязательно ее возьму. Ну все, пока. Следующий пранк – колбасный ММДэмс. Для пранка нам понадобится емкость от ММДэмса и кусочек колбаски. Открываем емкость от ММДэмса и кладем туда кусочек колбаски. Надеюсь, нашим котикам такой необычный вид вкусняшки понравится. По-моему, смотрится очень даже прикольно. А вам как? Малыш, у меня есть кое-что интересное. Показать? Да. Смотри, это необычный ММДэмс. Я такого не видел. Где ты такое купил? Неужели у нас в городе такой продается? Да, в нашем городе. Он был придуман специально для таких милых котиков, как ты. А что в нем такого? Смотри, внутри него есть колбаска. О, колбаску я люблю. Сейчас проверю. Ой. Подожди немного, сейчас подам. Что-то ты набрал немного веса после зимы. Не смущай меня, а лучше открой. Ну что, проверяй. Здесь действительно вкусно пахнет. Только почему-то ничего нет. Малыш, а ты в другой посмотри. А, точно. Вкусный ММДэмщик. Только как мне его достать? Эй, выходи. Как успехи? Да вот все пытаюсь достать. Мне твой прикольный ММДэмс нравится. Вот такой колбасный. Где ты, говоришь, его купил? Дай ребятам покажу, сколько ты съел. Немного это напоминает мне сердечко. На, доедай. Мне понравилось. А есть еще? Малыш, есть еще одна, но я хочу угостить Мурочку. Я так и не понял, что это было. Пранк, челлендж или прикол? Мне кажется, у меня получился прикольный челлендж с едой, как вы и любите. Да, вкусненький прикол был. Мы такие любим. Зови Мурочку, ей твой ММДэмс точно понравится. Мурочка, иди сюда. Что? Что это такое? Пахнет очень вкусно. Это колбасный ММДэмс, новинка этого года. Колбаску я люблю, а ты откроешь эту баночку? Ну давай так, если ребята поставят лайк, я ее открою. Вы же поставите для меня лайк, ведь правда? А пока я сама попробую ее достать. Пахнет вкусно, как мне ее отсюда достать? Андрей, мне кажется, ребята уже поставили 1000 лайков, открывай коробочку. Хорошо, Мурочка, сейчас открою. Всем спасибо, кто поставил лайк. Мурочка, держи. Спасибо, ребята. Мурочка, теперь тебе надо достать колбаску. О, смотрю, у тебя уже получается. Конечно, получается. Не переживай, сейчас я все достану. Терпение, мой друг, терпение.
Ой, я тут немного перестаралась, можешь мне ее, пожалуйста, перевернуть? У меня идея получше. Давай с тобой сыграем в игру. Что за игра? Смотри, кручу, верчу, мурку запутать хочу. Следи внимательно и скажи, где колбаска. Тут есть, тут нет, тут есть. Вот и она, открывай. Да, получилось слишком просто. Что-то я не продумал правила. Ладно, держи свою колбаску. Спасибо. Вкусненький мандемсик получился. А будет еще такой? Сейчас приду, только проверю, может остались еще где-нибудь колбасные крошки? Пожалуйста, закажи еще такого ММДМС, а я пойду. Спасибо, что позвал. Следующий пранк – зеркальный друг. Для пранка нам понадобится тарелочка с едой и конструкция из двух зеркал, которые образуют интересную оптическую иллюзию. Мурочка, если ты проголодалась, то можешь покушать. Хорошо. Так, стоп, а вы кто такие? И что вы тут все делаете? Наверное, пришли поесть с моей мисочки? Пупся, тут какие-то чужие коты. Иди быстрее сюда. Иду, иду. Что тут происходит? Давай сперва проверю мисочку. Ничего не пропало. Я заметила кота. Пупся, ты слышишь? И вот еще одного. Иди посмотри, откуда они берутся. А я пока посторожу мисочку. Ты же хотела только посторожить, а не пробовать. Я не пробую. Я ищу улики. Ну да, ну да. Эй, кот, что тебе надо? А ну отошел от моей мисочки. Откуда вы взялись? И кто вы такие? В мисочке никаких улик нет. Но что вам нужно? И почему на меня так похожи? Не понимаю, что происходит? Сейчас проверю, где вы там прячетесь. Андрей, ты видел тут котов? Нет, никого тут не было. Странно это все и очень непонятно. Мурочка, это такой оптический обман. Ты можешь поставить лапку возле тарелочки, а в зеркале увидеть 4 свои лапки. Да? И правда, я про такое еще не знаю. Жаль только, что тарелочки с кормом тоже не настоящие. Мы бы от души налопались. Я не сомневаюсь. Ладненько, Пупся, пошли поиграем на улице. На сегодня хватит зеркал. А я буду прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. А на сегодня все. Всем пока.